тысяч опыта, это максимальный опыт. 215 Nameless коллекция. Здорово всем, ребята, Кентуха на проводе. И прямо сегодня я проверю, что со мной произойдет и что мне дадут в новом режиме, если я сделаю 1000 киллов. Поэтому, ребята, прямо эту секунду прожмите огромнейший лайк. Обязательно подпишитесь на мой канал. Ну что же, чики-бомбони, если вы готовы к этому мега-контенту, поехали! Ребята, я даже слышал то, что выпадают скины из Nameless коллекции, если сделать много киллов. А я сделаю немного. Я сделаю все киллы. Все киллы в этом режиме будут именно мои. И я реально очень сильно надеюсь, а вдруг мне выпадет ножище кукри. И вдруг мне выпадет керамбит голд или еще что-то. Это будет полнейший разнос. Поэтому, ребята, я надеюсь, вы готовы. У меня есть два лобби. Прямо сейчас мы запускаемся друг друга, находим. И начинается, ребята, шок-контент. Ну что же, Андрюшенька, ты готов? Андрюш. Да, да, готов, готов. Давай, на счет три. Один, два, три. Поехали, everybody, let's go. Поехали, поехали. Надеюсь, мы найдем друг друга. Так, каточка нашлась. Каточка нашлась на трейдинг на сайт. У нас не нашлась, брат. Как она не нашлась? Не нашлась вот. Ты шутишь? Ля, против кого будем еще играть? Уважаемые леди и джентльмены. Слушай, ну есть такая вероятность, то, что тут будут мои подписчики. Давай посмотрим. Ля, это не подписчики. Нет, ребята! Я выбрал самый зажопный регион. И тем не менее, тут опять попались мои подписчики. Окей, делаем РХ лобби. 5 minutes later. Карта зона 5. У тебя что, Андрюш? Обрадуй меня. У нас ничего не нашлось. Как ничего? Ну, ядрыть, колотить. Блин, ребята, как же это сложно, вы даже не представляете. Блин! Ладно, все, попыточка номер 3. Надеюсь, с третьего раза у нас все-таки это получится. 3, 2, 1. Все, подписчики, нажимаем, поехали. На Восточной Азии. Запускаем шарманочку. Так, арена. У кого арена, ребят, радуйтесь, потому что, значит, вы попались в лобби с Кентухой. Пожалуйста, 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 лишь бы тут были одни подписчики, умоляю. РХ, ребята, опять не то лобби. Я вас прошу, уважаемые зрители, прожмите лайк, потому что на это видео мы потратим очень много сил и нервов. Короче, ребята, мы нашли лобби, где только мои подписчики, это открытое лобби. Только тут есть один рандом. Мы сейчас ждем, чтобы он вышел. После этого мы заходим и, наконец-таки, спустя час мы снимаем эту рубрику. Ну что же, ребята, мы друг друга нашли. Ну что, быстрее, команда КТ, как можно быстрее, стойте на спавне. Я вас буду мочить, надо делать как можно больше киллов. Ребята, мы спустились на регионе Австралии. Вы где? Быстро, все сюда. Почти, мне очень интересно, сколько мы получим опыта, сколько мы получим серебра и сколько мы вообще всего получим. С вас, почти, просто лайк, подписка, потому что мы на это видео потратили очень много времени. Так, все, быстрее, ребят, в ряд. Ой, хорошо, так как. В 23 КД-то иду. Ребят, давайте добьем 100 кило. Надо к минимум 100 кило. Быстрее. Ля, пощены. Лаги просто неимоверные, потому что играем на регионе Австралия. Просто прикиньте, какой пинг. Чтобы понимали, чтобы вот так вот запуститься, мы ждали примерно больше одного часа. Это очень тяжело. Поэтому, ребята, с вас лайк, подписка. Вы просто посмотрите на этот пинг. Не надо. Ребят, стойте на месте. Блин, а прикиньте, чем будет Nameless коллекция. Еще целых 3 минуты. Мне кажется, у меня будет КД там, не знаю, 150. А вдруг будет вообще КД 1000, прикиньте. Я очень надеюсь, что античист-система меня не забанит, потому что это всего лишь видео. Ну, ничего страшного. Ну, надеюсь... Я бан не получу. И самое главное, это открытое лобби. Я в это не верю. Я не верю своим глазам. Так, ребята, в очередь. Ё-моё. Ну куда вы бегаете, ребят? Все просто идеально. Извините, пожалуйста, за небольшие пролагивания, ребята. Но других вариантов у нас просто-напросто не было. Да, мы прямо сейчас это делаем. Я просто плачу. Потому что я думал, это невозможно. Но мы это сделали. Правда, ребят, по пингу охрана отмена, да, но вы не обращайте внимания, потому что для нас самое главное это результат. А результат у нас будет 100%, я вам это гарантирую. И, возможно, она выпадет ножище кукри. Просто прикиньте, у меня 94 КД. Обалдеть! 5 minutes later. Я не верю своим глазам, мать моя женщина, да, что вы творите? 180, братва! 180, 181, 15 секунд, максимально быстро, все сюда! 15, 10! 9, 8, 7, 3, 2. Быстрее, все сюда. 191 КД.
Что же я прямо сейчас за это получу? Я не знаю, у меня руки трясутся, мне очень интересно. Ну что же, ребята, с вас просто лайк, подписка, 2000 опыта! Что? Так, 25 монет, удача, ну, хорошая игра. Ну! Так. А где Nameless коллекция? Где Nameless коллекция? Где? Так, ребята, ничего страшного. Давайте все выбираем карту Village. Ребята, не выходим. Карту Village. Все выбрали карту Village. 5 minutes later. Ну что же, ребята, у нас начинается новая каточка. И прямо сейчас я намерен идти на рекорд. Команда Т, все стойте на базе. Все просто стойте на базе. Все, поехали. Метро Люблино, работаем. Первый, второй, ребята. Где еще? Где? Быстрее. Все подходим. А, это красавчики, пацаны. Вы просто лучшие, да. Мы делаем нечто невероятное, ребята. Просто я уверен, сейчас у нас будет гораздо больше киллов. И мне кажется, мы сможем получить гораздо больше опыта. И, возможно, мы сейчас выбьем Nameless коллекцию. И знаете, что еще? А вдруг мы, ребята, сейчас поднимем, так сказать, еще мне КД. Прием еще будет КД 10, там, грубо говоря. Пацаны, быстрее, надо сделать 250 киллов. Мы ориентируемся на эту цифру. Я понимаю, что это сложно. Пацаны, все просто ко мне под прицел. Просто подбежали. Просто все бегите ко мне. Максимально быстро. Давай, родной, опа, ты сюда. Лови маслину. Ох, пацаны. Нормально, 29 КД. Пока что хорошо идем. Максимально быстро. Не надо прыгать. Лучше просто бегите ко мне. Давай, родной. Давай, сладенький. Давайте, пацаны. Я понимаю то, что FPS подседает. Ничего страшного, ребята. Это все ради контента. Прямо сейчас я узнаю, что же мы получим, если мы сделаем очень много киллов. Максимально быстро. Я верю в каждого из вас. Ребятулечки, вы тупо лучше. Да, ребят, я знаю, что у всех жесткие лаги. Ничего страшного. Давайте, ребят. Давайте быстрее. Нам надо сделать 220 киллов. Хотя бы, чтобы было лучше, чем в прошлый раз. 192. Пацаны, 23 секунды. Еще куча времени. Слушай, сколько у нас было киллов в прошлый раз? 208. 209. 209 киллов. 2000 опыта. Это больше, чем в прошлый раз. Так. Давай. Чё? Чего? Всего лишь 5 за хорошую игру? Да у меня игра великолепная. Ну что же, ребята, для разнообразия мы решили поменять карту. И большая просьба к моим подписчикам. Пожалуйста! Подбежали ко мне и замерли. Все. Прямо сейчас я намерен поставить рекорд. И я уверен, если мы сделаем 230 киллов, очень большая доля вероятности, то что нам очень сильно повезет. Все, пацаны, я вас верю, вы все красавчики. Давайте это сделаем, просто давайте это сделаем. Ко мне быстро подбегаем, ко мне, ребят, 16 киллов, медленно. Быстро все ко мне подбегаем, и все, пацаны, давайте. Сразу, ребят, появились, сразу бегите ко мне. Ну что ты там делаешь, ну кто там стоит на месте, пожалуйста, братух. 5 minutes later. Ой, пацаны, как же я устал, как же это сложно. Вы думаете делать киллы просто так вот, 3 катки подряд, это легко? Нет, ребят, это реально очень-очень сложно. Что же мне прямо сейчас выпадет, как вы думаете? С вас просто лайк, подписка. Я уверен, сейчас будет какой-то шок-контентик. Так, ребята, кажись это рекорд. Быстро, все ко мне, это рекорд. Отвечай, вы лучше, все ко мне, ребят. 213, это рекорд, это уже рекорд, давай. 215. 2000 опыта, это максимальный опыт. Я получил максимальный опыт. 10 очков за хорошую игру. Что будет дальше, ребята? Ну! Nameless коллекцию, я тебя умоляю, давай, прошу. Нет! Знаете, что мне сейчас интересно? Я хочу посмотреть на мое КД. Я помню, что мое КД было примерно 1.03. Какое же КД у меня прямо сейчас? Ну что, ребят, вы готовы? 3, 2, 1. Чего? 1.05? Что так мало-то? 1.05, пацаны, ну это я считаю хэштег маловато. А мне, походу, КД не засчиталось за этот режим. Ё-моё, я отвечаю, у меня было бы КД, ну, минимум, там, 2.5, а то и 3. Ну что же, мои уважаемые подписчики, что я могу сказать, что, в принципе, разработчики жадины говядины, и в конце катки нам ничего не падает с режима Blast. Но, надеюсь, вам понравилось это видео, потому что я очень сильно старался. Обязательно прожмите огромнейший лайкусик, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. И самое главное, пацаны, подпишитесь на мою телегу, если вы хотите на халяву получить вот эти вот тычки просто за подписку. Ссылочки есть в описании. Всех обнял, приподнял. Всем удачи, всем хорошего настроения. Всем пока.